раньше татарское население, татары. Потом они переехали, ну, в нашу деревню часть разъехалась. Короче, деревня разъехалась. О, Иван-чай зацвел. Ну, еще не совсем, здесь больше его тут начинает цветать. Малина есть. Вниз. Посмотрим, где мужики косят. Должны сено косить. Пресс утащили. Они туда прессовать должны. Вот. Где уж там, не знаю. Тут в начале или там дальше ли. Трава вообще офигенская. Тут огороды, там улицы, огороды были. Деревня старая. Ну и там она, в принципе, не косилась. Два или три сезона. Может быть, больше даже. Даже чашки высыхают. Так, заезжаем. А тут свалили они. Хорошо свалили. Ну, тоже травенка не очень. Трактора в теньке стоят. Сейчас он сено там прессует. Подъедем, посмотрим. Сегментными косилками.
начинают. Скрутили. Сворошили. Прессуют мужики. Начали сегодня с обеда, наверное, прессовать. Говорит, пока настроили, то все. 5-10. Вот. 80-ка таскает пресс. Стоят уже рулоны. Накрученные рулоны. Много. Но они много скосили. Все лежит, сохнет, подходит. Грабли, юмзик таскает. Мужики сидят в вазике. Так. О, ходит. Слушай, Толь, может, что, у вас не отрегулировано, оно же не должно так ты. Да нитка гнилая, ёп. А, нитка гнилая. Конечно, вон. Ты, по идее, должен сидеть, отскакивать эти. А что, он ходит, однако, на первой передаче. Ну, сильно не поедешь, опыта еще нет, наверное. На первый идет помаленьку. О, собирает. Так, наверное, будет поднимать, да, полный рулон. Что, не это, не скидывает? Сейчас нитку закинул, сейчас будет обматывать. О, даже чашки высыхают. Сейчас он стену там присутствует. Подъедем.
Да. Открылся. Вот так, раз. Дальше пошел. Вот такой. Вот руку не засунешь, палец. Тут может быть чуть-чуть. Вот в середину можно, а так. Сено так неплохое, зеленое. Зеленое сено. Мелкие вот эти мекины остаются. Так. Что за ход? Вот так, ребята, бывшие здесь луки, когда-то здесь скотину держали, колхоз. Сейчас это просто сено. Готовится сено в данных местах. Сено, сено. Рядок заканчивается, переезжают и заново начинают. Разворачиваются. Ну, тут еще, да, кстати, старье попадается. Прошлогодняя трава не сгорела где-то местами почему-то. Или тут совсем не горело. Быстро, быстро. Быстро, надо потише. Он нет, проглотил. Ну вот, короче, мужики настроили, а тут что-то не до конца, наверное, пресс подборщик опустил. Ладно. Короче, работа у них, у пацанов идет. Крутят. Крутят, пыль идет, сено будет нормальное.
Наверное, волок то ли сильный стал забивать. Не, это, тут же это, Феридон, оно буксует. Ну вот, ЮМЗ ходит, таскает грабли, натаскал грабли, сгреб волки, сейчас стоит отдыхает. Пресс ходит, крутит рулоны, мужики сидят в УАЗике. Вот уже бобину одну ниток съели.